Теперь даже два пальца обоссать тяжелее, чем создать сервер в новой Terraria 1.3. Для этого заходим во вкладку мультиплеер и обращаем внимание на два пункта: присоединиться через Steam и создать и долбиться. На этот пункт мы теперь обращаем внимание реже, так как он позволяет присоединиться к старым и левым серверам. У нас актуальны теперь два этих пункта. Этот пункт позволяет открыть список друзей и присоединиться к ним прямо сейчас. Но только в том случае, если они сами играют в режиме сервера, а не в сингле. Если они в сингле, присоединиться к ним мы не сможем. Режим «Создать и рубиться» позволяет создать и рубиться на своем же сервере, приглашая друганов без СМС и регистрации. Выбираем свой персонаж. Затем выбираем мир, в котором мы хотим играть. Например, вот этот. Далее у нас появляются опции. Поставим или только для друзей, или только по инвайтам. Если поставить off, смогут присоединяться все. Friends only. Далее ставим пароль. По идее, нам пароль не нужен, но если он вам требуется, установите и сообщите его своим друганам. Жмем accept. Сервер начинает создаваться. Итак, сервер создан, и мы можем приглашать своих друганов к нам в игру. Открываем Steam и высылаем любому человеку инвайт. Чего не скажешь о Майнкрафте, где для того, чтобы создать сервер, нужно поломать себе всю задницу, а потом его еще назойливо обновлять. Ну что, ребята, продолжаем обновлять сервак, да? Все за работу, блять, снимайте таблички. Хитстарт, хитстарт, все переписать, зараза. Давайте, давайте, работаем, не расслабляемся. Сервак надо держать в чистоте. Ну-ка, что тут у нас из премиума?